9-й международный конкурс «Гранд-фестиваль» принимал в 9-й раз город культуры и музыки Пезаро. При поддержке мэрии творческие дети, танцоры, вокалисты, художники делились искусством с миром. Первая неделя была посвящена номинации «Фэшн-театры и моделинг». Около 100 индивидуальных моделей выступили в рамках конкурса. 15 фэшн-показов на разных площадках города Пезаро. Наши невероятные художники привезли в Пезаро более 150 произведений искусства. Оценка работ представителями итальянского искусства. Выставка экспонировалась несколько дней и имела огромный успех у жителей и гостей Пезаро. Ну и, конечно же, наши великолепные хоры, которые удивляли своими выступлениями сразу два города – Пезаро и Урбино. И также были оценены на высоком уровне. Номинация «Инструментальная музыка» – самая вдохновляющая и технически сложная номинация. В этом году она была раскрыта более чем 40 конкурсными номерами. Выступление с использованием народных инструментов – скрипки, фортепиано – наполнили площадь Пезаро. Вокальная номинация – один из самых масштабных конкурсов в рамках Гранд-фестиваля. Конкурсная программа состояла более чем из 50 номеров. Итальянское жюри, профессионалы, которые оценивали участников Гранд-фестиваля. Лучшие голоса в возрастной категории от 5 до 25 лет боролись за звание лучшего. И, конечно же, влюбили в себя итальянскую публику. Номинация «Хореография». Множество стилей и направлений. От народного до современного танца привезли с собой участники конкурса «Пезаро». Колоритный грузинский танец. Белорусская полька. Литовский народный танец не оставили равнодушными жюри конкурса. Невероятные вечерние шоу и сотни и тысячи зрителей. Все это Гранд-фестиваль. Мэр города Пезаро лично вручил кубки Гран-при коллективам на главной площади Пьяцца делла Либертà. До новых встреч на 10-м международном конкурсе Гран-фестиваль Пезаро, Италия.